Скажите, а кто любит вообще, когда его обличают? Знаешь, когда тебя обличают, ты проявляешься. Знаешь, как вот женщина, этот тест на беременность, да, ты проявляется, что в тебе внутри? Что, не то сказал что-то? Ты проявляешься, кто ты? Знаешь, когда Иеремия обличал народ, его всегда хотели убить. Просто вот всегда хотели убить. И Иеремия, ну, уже хотел, ну, не обличать никого, потому что ему это было плохо, потому что его хотели убить, а когда тебя хотят убить, ты не хочешь обличать. Знаешь, и в Библии написано, что в последнее время люди будут избирать учителей, ну, избирать себе проповедников, избирать тех людей, которые льстили бы слуху, которые говорили то, что тебе нравится. Ты хочешь слышать то, что тебе нравится, да? Ты блудишь? Ничего страшного, Бог любит. Он покрывает все твои блудливые вещи. Ну, это твой характер, это, ну, ничего, это процесс. Его же имя — любовь. Правильно? Правильно или нет? Аминь. Аминь. Неправильно. Он любящий отец, и кто он дальше? И справедливый судья. Писание говорит: пей, веселись, юноша. Но дальше написано: знай. То есть, что Бог запрещает тебе грешить или не запрещает? Он говорит: пей, веселись, но знай, что Господь приведет тебя на суд. О чем я хочу сказать, друзья? Ну, как бы, мне так хочется говорить какую-то вот радостную весть, но я понимаю, что нам иногда нужно просто лекарство, чтобы исправиться. Нам иногда нужно просто обличение, чтобы вот так вот, знаешь, встрезвиться. Иногда надо человеку просто вот встряску такую, чтобы он просто в себя пришел. Я видел это, боксер проигрывал там или что-то, и тренер его по щекам, ну, как бы, ну, я думаю, зачем? Ну, по щекам его, короче, в себя приводил, и он выиграл. Ну, он как бы: не сдавайся, типа, ну, он его не просто там, знаешь, ты там, ну, как-то его там утешать, он его просто так, и все, он раз включился и пошел. Знаешь, иногда нам нужна вот такая вот встряска. Написано: когда обличает меня праведник, это что? Как драгоценный лей, это помазание, которое никогда не повредит моей голове. Ты хочешь, чтобы на твоей голове было помазание? Ну, это ж надо, чтобы тебя кто-то обличал. Или ты не хочешь, чтобы тебя кто-то обличал? Чтобы тебе кто-то что-то говорил.